Оперном театре, помощником декоратора, еще до того, как поступить в училище. Так он любил рисовать, и вот он туда пошел работать. Ну, как помощник декоратора, он там помогал что-то таскать, там, краску размешивать, то есть такая была работа. А потом поступил в Одесское художественное училище, проучился там, но не закончил. 2 года проучился и перевелся в Ростов. Ростовское художественное училище в Ростове-на-Дону. И там вот он познакомился с моей мамой. Она тоже художник, она, слава богу, жива. И они... Он на живопись учился в Ростовском художественном училище, а мама на скульптуре. И они вместе поехали в Москву поступать в Строгановское училище. Тогда это училище было, сейчас это Академия Строгановская, вы, наверное, слышали такое. Художественно-промышленное училище, бывшее Строгановское тогда называлось. И в 1964 году они вместе поступили, мама поступила на керамику, на отделение керамики, а отец поступил на монументальное отделение, монументальную живопись. И это было очень сложно поступить, потому что никакого, он вообще, ну, как из Донецка, в Москву приехал, никаких ни родственников, никого не было, как говорится, ни плат никакого. И вот он на 5 бюджетных мест со всего Советского Союза, тогда был Советский Союз, огромная страна, поступил с первого раза вот, на бюджет. Это было очень сложно, и он получил на вступительных экзаменах 5 по живописи. Это, в общем-то, преподаватели практически не ставили высший балл на вступительных экзаменах, кому поставили. И вот он поступил на монументальное отделение, это, ну, стал учиться монументальной живописи, как создавать мозаику с графита.
большие полотна, то есть это вот для таких монументальных будущих оформлений зданий. Но он всегда любил живопись писать, любил портреты, обнаженную натуру писал много. У нас сохранились его студенческие работы. Кстати, тут на выставке есть вот, до 65-го года, 67-го года работы. Это студенческие годы он писал. Не обязательно постановки, может быть, где-то на пленэре. И, в общем, он учился у такого известного художника-монументалиста Замкова, по-моему, Владимир Замков. И закончил в 69-м году Строгановку, и по распределению с мамой они приехали в город Протвино, в Московскую область, где я родился в 74-м году. Вот, они приехали по распределению в Институт физики и высоких энергий, город только строился тогда, и нужно было оформлять его, чтобы было красивым, оформлять здания, интерьеры, экстерьеры. В общем, что сказать, вот с 69 по 99, вот 30 лет он прожил в Протвино. Ну, есть монументальные работы, и в Казахстане он делал, но это еще во время учебы. Но вот в Протвино сохранилась большая мозаика на здании тогда ПТУ, 80-е годы он делал. Сейчас это называется Губернский колледж Серпуховский. И там в интерьерах мозаики иллюстрированы. Большая, он около 5 лет работал. Там, около 8 мозаик больших он создал. А в основном, конечно, он любил писать портреты. Портреты, вообще писать живопись. Ну, как видите, даже здесь мало пейзажей. В основном портретов. Просто знакомых и знакомых людей. Писал он, так сказать, это такие а-ля примы. Знаете, вот такой прием, это в один сеанс. В основном это одни сеансные работы за 3-4 часа маслом. Есть темперные серии, в той стороне вы видите более ранние его работы, когда он только закончил Строгановку. У него целая серия, такие более яркие, темперные. А так вот масляная живопись, две масляные живопись. Со мной он особо так не занимался, хотя для меня он, конечно, всегда был авторитетом, и я всегда наблюдал, как он рисует. Вот, кстати, вот это это автопортрет. Если мы начнем работать, там моя сестра, у нас сестра Марина. Я родился в 74-м году, а сестра моя, она не стала художником, хозяйка, большая семья. Я пошел по стопам родителей, потому что с детства мы все время ездили на выставки, нас родители возили с обстановки, знаете, мастерские, где картинки, холсты, краски, фильмы, и, конечно, мне все время обстановка нравилась. У меня были мастерские в подвалах, каких-то в подвалах, для кого-то наверху, на верхних этажах. Ну, такая вот сама романтика художества. И я поэтому тоже пошел в книжку. А отец, у него судьба была, не очень, тогда было очень сложно вступить в союз художников. А союз художников давал много привилегий. Давали мастерские художникам, давали краски дешевле, чем если ты просто в магазин покупаешь, поездки. Но вот, кстати, вот как он закончил Строгановку, вот он 2 раза ездил в Дом творчества, это 71-й год и 73-й, горячий ключ, Краснодарский край, там есть до сих пор
сохранились базы художников, как дом творчества. Приезжают художники со всей страны, работают, общаются, пишут друг друга, пишут пейзажи. Но вот он много, вот два раза съездил, не будучи в Союзе художников, и очень много оттуда привез работ. Тут вот есть довольно большое количество именно с тех двух поездок. Портреты художников, натюрморты и пейзажи. Говорят, они есть пейзажи, я очень включаю. Вот у него были две такие поездки большие. В начале 70-х, в общем, родители пошли работать в Подольскую художественную мастерскую, вот такое наше южное направление. И там он как монументалист работал, но ему всегда не очень нравился монументальные работы. Он хотел как живописец показываться, выставляться. А что, тогда в 70-е годы, чтобы вступить в Союз художников, ну как и сейчас, надо было поучаствовать на больших выставках всероссийских, всесоюзных. А чтобы поучаствовать в выставках, надо было пройти выставку. И вот в Подольскую мастерскую он всегда, когда какая-то выставка большая, написанная комиссия, выставком, и он привозил работы свои, чтобы поучаствовать. И его всегда не принимали. Говорили, что это формальная живопись. И, конечно, для него это большое было переживание. То есть он из-за того, что такой замкнутый круг, чтобы вступить в союз, нужно выставить. Чтобы выставку участвовать, надо пройти на выставку. Ну, в общем, они их не принимали, и так он не вступил в союз, и стал болеть. Довольно-таки, ну, 60 лет, довольно-таки молодые. Да, и такая судьба тяжелая, но все равно продолжал работать. Я вот помню, мы уже жили отдельно, у него своя квартира была на комнате, на третьем этаже, в Фортвино. Несколько пейзажей, если то есть закрасился, А так вот, когда я к нему приходил там, с другом или с кем-то еще, или к нему еще кто-то приходил, то сразу говорит, так, садись, у него специальное кресло, как я говорю, садись, я сейчас нарисую. И вот он, пока мы общались, час, два, три, он еще успевал написать портрет, ну, совершенно не незнакомого человека, но с моего друга. Просто все он так писал, то есть написал портреты. Могу так по выставке еще пройти. Да, так я, в общем-то, его жизни рассказал. Мы с ним общались, конечно, даже если квартиру одну, больше, потом он выбрал, меньше общался. Он такой, когда я, кстати, уже начал рисовать, я начал приносить ему свои туры, которые писал на природе, приносил. Он всегда, ну, особо много не критиковал, не читал. Как посмотрим, нормально. Одобряет. Ну и хотя я там стал поступать в училище, он как бы так тоже молодец. То есть особо не агитировал, давай иди художником становись. Нет. Но он, видимо, знал, что я стал художником. Даже вот друзья, с кем он общался, рассказывали, когда они сидели там, вот, у нас дома, я еще маленький бегал, вот он друзьям своим, вот, я тоже хороший, но мой сын для меня показывал, вот будет настоящий художник, еще когда я был вообще, то есть вот он, было такое вот видение, то есть он человека видел, прям насквозь, можно сказать, как писал, не знаю. Художник, он был профессия такая, призвание, профессия. Они яблочные люди, видят то, любят. Не обязательно любят пейзажи, потому что другие могут быть проходы к ним, а художник видит точно больше. Ну вот,
Может быть, если есть вопросы, здесь, наверное, задавайте, я отвечу. Может быть, если нет, мы пройдемся, поделяемся. Это все с натурой, он что-то профессии, он фантазировал, то есть он сказал натуру и писал, да. Я вам все месяцы.
Тоже из вас.
Что, ну, если это не
Поздняя работа, так сказать, дань
своему, как сказать, в мере учителю, не реальному, а вот по книгам. Вот эти два, вот этот пейзаж написан из окна левой, это как раз вот лес. А тот вот пейзаж протянул. А это вот из окна он вышел на улицу. Это вот наш справа, тут красные дома, так называемые муравейники называют. Слева, ну это место, это вот от нашей поликлиники, просто встал и написал этот пейзаж. Слева это вот наш спорткомплекс «Старт» с синими окнами. Там сейчас вот рядом с ним «Флюгер» у нас, там магазин «Русь» раньше был. Ну это вот просто протесты, узнаваемый пейзаж, и уже ничего не изменилось. Ну, вот, кстати, он один из немногих художников, кто писал про Твино, сам город. Потому что я вот вроде как про Твино не пишу вообще. Я не люблю, потому что современная. А он писал. Да. Да, а вот отец у него приличный, то, что ты за окно тоже. Наследие, это настаивает, вы знаете,
проходит уже сколько? 25 лет, я думаю. Я вводил, и там художники тоже
художественной школы. Ну, это у нас художественная школа с 90-го года. Директор Надежда Владимировна Наревская. Я не знаю, она, может быть, писатель с художником, решила на майские праздники, 9 мая, заказывали автобус, и ездили не дети, а именно преподаватели и художники, которые любят Белград. И вот каждый, начиная, может быть, с 92-го года, каждый майский праздник, одновременно, мы выезжали то в Тарусу, то в Боровск, то в Троицкое, то в Серпухово. Вот, утром выезжаем, пишем, потом обедаем, вечером приезжаем опять в квартиру. Не бросить должен, значит, а нашел 1 октября, организовалось. И также и в начале октября еще одна поездка тоже. Давайте посмотрим, что у нас есть.